Продолжаем экскурсию. Нафотографировались под елкой, под фонариками. Теперь идем дальше. Значит, это то, что вы увидите в Токио ночью. После Рождества. Где-то около Рождества или как это. Там чернобрывцы какие-то красные. Потом вот эти вот деревья. А? Что там включить? Вот. Ага. Да, говорит, не перестало лить. В Калифорнии уже залило все. Это уже позакрывали в дороге, и как это, поток всемирный был бы уже. Вот это люстра. Красота. Красота, он кричит. Чарли, точно. Точно, Чарли. Точно, точно. Красота. Точно. Точно. Точно, красота. Вон такая вот красота, целая люстра. Так, все, тут посмотрели. Это мы сюда ехали посмотреть на вот эту красивую люстру. Что-то холодно как-то. Вот такая вот она. Чарли и конечки. Ой, что-то меня уносит. Сейчас на этом унесет. Белую девочку фотографирует. Ветер. Сильный ветер, так надо убегать. Winter illumination. Вот это оно. Значит, они зашли в люстру, и ее всем показывают зимой. Так. Чарли он селфи делает. А мы сейчас куда-то дальше пойдем. Very nice. Молодец, Чарли. Нашел. From the bottom, you could actually see the tree on the other side. See, on this one, if you look up, that's where I take a picture, because you can see the tree. You have the white lights and then the... Yeah, very nice. It's really... party here. Ага, еду нашел, Чарли. Молодец. Голодный? No, I thought it was winter party, but... Думал, что это просто как это на вечеринку его зовут. That's it. Ага, I think so. Окей, ладно. Пойдем сейчас дальше.